все люди? Куда делись все люди? Где все люди? Где туристы? Где все люди? Где все люди? Где все люди? Где все люди? Вот, скажем, одна из этих стран – Литва. Там еще в советское время, знаете, сколько населения было? 3 400 000 человек. Небольшая страна, небольшая республика. 3.4 миллиона человек. А сейчас, вот я посмотрел справки последние, 1 400 000. Где люди? Это представь. Да, в этой стране больше половины граждан покинули страну. Где люди? Это представь. Да, в этой.